Всесвятское кладбище. Самое первое, а соответственно, самое старое кладбище города Краснодара. Основано в 1832 году. За все время существования погоста здесь захоронено более миллиона человек. На кладбище покоятся люди всех национальностей и вероисповеданий. Есть отдельные участки, в том числе и армянский. Представители таких семей, как Тарасовы, Аведовы, Багарсуковы, Давидянс, Поповянс, Эргановы, священника Тервагана и многих других армян упокоились здесь. Но время неумолимо, и все приходит в упадок. Многие годы никто не обращал внимания на почти заброшенный мемориальный квартал в самом центре города. Сегодня все меняется. По инициативе Пашковского армянского культурного центра, армянской молодежи центра и при поддержке мэрии города Краснодара 12 октября было организовано мероприятие по уборке кладбища. Это первое, но не последнее такое мероприятие. Сегодня мы проводим субботник на Всесвятском кладбище. Это кладбище является святыней для города Краснодар. Здесь похоронены многие достойные люди нашего города, которые и создавали этот город, и возводили многие объекты. Многие являлись меценатами, которые построили много прекрасных домов, которые сегодня являются объектом культурного наследия и охраняется государством. И поэтому мы сегодня, Пашковский армянский культурный центр, и я как депутат городской думы, мы организовали вот этот вот субботник. Добрый день. Сегодня проходит у нас городской субботник, в котором привлечены на данный момент более 300 людей. По нашим подсчетам, работают по всем территории кладбища. Значит, наша цель – сохранить это кладбище, сохранить и дать память и дань тем людям, которые здесь захоронены. Хочется выразить благодарность всем тем, которые к нам присоединились. А к нам присоединились очень много разных организаций, волонтерских центров, университетов, колледжей, обычных жителей Краснодара, которым не безразлична судьба достояние города, которое находится в центре города. А можно сказать, что это единственное такого формата культурное наследие, которое сохранилось в городе Краснодаре. То есть количество людей радует, что вот люди все-таки откликнулись на желание убрать этот мемориальный уже комплекс, который является вот частью нашей истории города. Благодаря таким мероприятиям удается объединить молодежь и вообще жителей нашего города разных национальностей, культур, вероисповедания. И мы очень рады, что имеем возможность поучаствовать в таком добром деле. Молодежь Пашковского армянского культурного центра взяло под свою заботу и опеку захоронение наших предков, так как мы хорошо знаем армянскую мудрость. По местам пребывания ушедших судят о живых.